Hey guys, welcome to the second part of the video Why Can't Speak Russian With Me. So this is the second day being with nature, and I will show you some random thoughts, random moments of this trip. Вы готовы? Тогда поехали! Всем доброе утро. Время почти 11 часов утра. Я никогда не встаю так поздно. Я обычно встаю в 6 утра, но сегодня это была ужасная ночь. Извиняюсь за мой внешний вид. Выгляжу плохо, потому что мы только проснулись, и сейчас я пойду умываться. Ночью было очень-очень холодно, а утром стало очень-очень жарко. Ой, испугалась. Сейчас мы пойдем умываться и начинать этот день. На дворе 22-й год. Мы идем умываться в реке, потому что у нас нет выбора. У нас есть салфетки на случай, если макияж не смоется, также щетка и также зубная паста. Ну, да. А чё? Ну, мы хотели поесть, а потом мы с тобой поплывем. Со мной? Да. Потому что мама сказала, страшно. Плывем, не вернемся. Да, сейчас мясо пожарим, сначала поедите, потом... Ну, да. Есть, да, надо на столе вот так вот. Да, да, просто у нас негде. Кого-то ловит, даже фоткой. Фоткой. Или снимай на видео. Может, змею? Где-то, видишь, птенцы, она его не пускает. Да, здесь. В общем, мы уже покушали, поели. И сейчас мы поедем плавать на лодке. Немножко туда возьмите, там меньше течения. Там змеи! Да нету там. Даша, мы сейчас там застрянем. Уворачивай. Уворачивай. Там нет змей, там просто... Там болото. Блин, ну по течению. Все, давай, 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 прямо. Соня пытается плыть. Так, стоп. Может, по течению? Будет проще. Папа, мы идем? Ты идешь? Какая ой, рыба, я запнулась. В общем, мы сейчас съездили на природу, на гору. Все было супер, все было красиво, однако там было очень много людей. Собака плавает. Она чихает? Она воду подавилась. И мы не пофотографировались. Еще у меня очень сильно болит голова. Возможно, это из-за того, что мне напекло солнце. А может быть, из-за того, что я много спала. Кто бежит? Честер бежит, да. 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 Мне нравится лето. Но когда очень-очень жарко, боже. Чё, как сок? Нам дали вот такой вот сок. Очень странный дизайн. Мы не оценили прикола. У нас в России есть вот такой вот сок, который нарисован на этой картиночке. Вот этот зеленый. Он называется «Мой». А это какой-то другой сок. Может быть, той же фирмы, того же бренда, мы не знаем. Но они просто сделали эту фотографию на новый сок. Абсолютно белая коробочка. Понравился? Да. А... Такое строгое мнение. Да.
В общем, мы сейчас уже собираемся потихоньку домой. Посмотрите, как тут красиво. Послушайте эти звуки, звуки природы. Дегустация начинается. Слушай, я думала, будет хуже. Нет, сначала медленно. Соку, соку, бачи, бачи. Давай нормально. Я вижу. И, а ты тоже говори. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Из других планет все видят нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом. Ребята, я уже наконец-то дома, я снимаю эту концовку в другой день, потому что, если честно, я забыла снять конец этого видео, мы приехали домой, было уже поздно, мы все очень устали, но при этом я была очень удовлетворена нашей поездкой на природу. И, кстати, спасибо вам большое за ваши комментарии, благодаря вам я вижу, что этот контент, этот формат видео вам очень нравится. Thank you guys for watching this video from up to the very end. And if you want to learn more Russian with me, follow my Instagram, where I post new words, vocabulary every single day. And by the way, you can practice your Russian with me on my stories. So, join us. See you very soon in my next videos, and пока-пока-пока!